Представительница Беларуси на конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в августе в Китае, наденет платье от бобруйского бренда «Зарислава». Наряды, расписанные вручную, создает бобруйчанка, культуролог по образованию Елена Попова. Расписанная льняная одежда и белорусские орнаменты – это высокая мода. В чем секрет популярности славянских мотивов? Платье из нашумевшей коллекции «Огнецвет» от «Зариславы» примеряла Кристина Каранкевич. Коллекция из белорусского льна, она у нас очень, наверное, одна из самых известных. Представлена была на многих конкурсах в Италии, в Польше, в Болгарии, в Москве, отлично, Киеве. Я в платье, которое было в Италии. Да, заняла первое место, да. Бобруйские льняные платья в красно-белых тонах, богато, как говорят, расшитые вручную белорусским орнаментом и стразами Сваровски, знают далеко за рубежом. Такую неожиданную свадебную коллекцию Елены Поповой с абсолютным успехом принимают мировые подиумы. Это белорусские символы, песня называется, и означает она то, чтобы пожелание женщины цвести, радовать мужа, быть гармоничной. Самая популярная коллекция – «Огнецвет» – свадебные наряды и наряды для особых случаев. Чаще всего, говорит Елена, именно такие просят создать заказчики с обережной славянской символикой. Модель этого платья называется «Королева», и оно станет прообразом того платья, которое оденет представительница Беларуси на конкурсе «Миссис Вселенная» уже в этом году в Китае. Корсет будет дополнен белорусской вышивкой традиционной, само платье из льна, в общем, должно получиться очень даже. Идея расписывать льняные ткани появилась вместе с созданием студии славянской моды в Бобруйске «Отрада». Мне бы хотелось выйти в очень пышном платье. Здесь еще красные ленточки вот здесь и бусинки со стразиками. Мне тоже хотелось такое пышное платье, но очень нравится мне пышное платье. Я хотела вот на этом подиуме показать всю себя, чтобы у меня было очень пышное платье, чтобы оно такое было длинное. Угу. Ну и там стразы были, оно такое красненькое было. Красненькое тебе нравится? Да. Угу. А корону? И корону обязательно. За 6 лет создано около 300 платьев, которые разъехались более чем в десяток стран мира. Марокко, в Индию, Америка, Канада, в европейских странах много, в Австралии тоже есть наш наряд. То есть такая география довольно большая. Но, конечно, в основном это выходцы из бывшего Советского Союза, либо их дети. То есть они хотят именно, чтобы было что-то, что напоминает о родине. В жизни должно быть то, что вдохновляет, радует, на что не жалко силы времени. У Елены это ее расписные наряды и студия моды. Ведь когда есть интересные проекты и новые цели, чувствуешь себя счастливым.